Сейчас нормально. Привет, Роман. Привет, Рома. Мы нет, неплохо, мы вот на базе сидим после тренировки. На Павелецком вокзале, я вас, правда, перепутал, по-моему, вы с мамой куда-то уезжали. На Павелец. На Павелецком Леша был, наверное. Я был. Почему ты не продлил абонемент, я не понимаю. Тут информация поступила, что неделя осталась, а ты еще не продлил. Да, я просто уезжаю в США жить, а так все нормально, обязательно продлю. Ну, в США, ладно, причина веская, нормально. Но все равно тебя будет не хватать нам. Тебя будет не хватать. Лига чемпионов, мы старались. Будет, конечно, не хватать. Да. Так что в любом случае, когда прилетишь, приходи на стадион. Обязательно. А вы, главное, не забывайте, что в любой ситуации надо хорошенько жарить мясо. Прожарить. Хорошо, спасибо. Все, увидимся. Счастливо, удачи. Удачи, пока.